Как здорово прыгает. Мне кажется, ролики – это самое лучшее средство передвижения летом. Но для начала нужно как минимум научиться на них стоять. Ой! Иван, доброе утро. Привет. Расскажите, за сколько можно научиться ездить на роликах? Все зависит, на самом деле, от каждого человека, от желания. Чем больше желания, тем быстрее обучение. Но обычно хватает 8 занятий с инструктором в школе роллеров. От момента покупки роликов до момента, когда человек сам самостоятельно едет по городу. Сегодня я научусь держать равновесие на фитнес-роликах. Ведь это лучшая альтернатива спортзалу летом. Они удобные и недорогие. Учиться ездить инструкторы рекомендуют именно на них. Стойка роллера, она начинается со следующего. Ноги у нас стоят на ширине плеч или ближе. Колени согнуты, чтобы не видно было носков. Спина прямая. Ноги параллельно на ширине плеч. Руки перед собой. На согнутых коленях упасть назад практически невозможно. Из этой стойки можно начинать движение. Надо раскатывать обе ноги, и правую, и левую. Надо уметь поворачивать направо и налево, тормозить обеими ногами уметь. Поэтому важно раскатывать и правую, и левую ногу. Посмотри, руки вперед, тянемся вперед. Итак, я толкаюсь правой ногой, ставлю рядом, качусь. Толчок, качусь. Первая попытка поехать оказалась провальной. К счастью, падения мне удалось избежать. Ну а спустя 20 минут я почувствовала уверенность в ногах. Но прямо далеко не уедешь. Поэтому следующее, что я освою – повороты. Для того, чтобы повернуть налево, единственное, что нужно запомнить, и самое важное – левая нога должна катиться впереди, вот в таком положении. Если мы хотим повернуть направо, сюда, то правая нога впереди. После 10-го поворота я поняла, что пора учиться тормозить. Самый простой способ торможения – это штатным тормозом. Он у тебя находится под правой пяткой. Этот, такой вид торможения, он присущ только в основном для фитнес-роликов, потому что на остальных моделей роликов такого тормоза нет. Ноги на ширине плеч, перенесли вес на левую ногу, правая нога на корпус вперед, упираемся в пятку. Руки держим перед собой, ноги едут параллельно. Помимо того, что вы меняете сферу деятельности, посидели в офисе, покатались, занимались физкультурой, это полезно для организма, это полезно для хорошего настроения, потому что вы встречаетесь с другими людьми, такими же, может быть, немножко необычными, которые не побоялись встать на роликовые коньки. Тренироваться можно самостоятельно дома, стоять на одной ноге или приседать на роликах. Эти упражнения помогут за короткий срок научиться ездить. Для новичка достаточно сложное упражнение. Но я уверена, через пару тренировок я стану отличным роллером.